Деньги, выделенные в рамках госпрограммы развития Севастополя в 2022-м, освоены на 94%. Итоги реализации проектов в прошлом году и планы на текущий градоначальник Михаил Развожаев обсудил на встрече с вице-премьером России Маратом Хуснуллиным в Москве, сообщив об этом на своих страницах в социальных сетях. По словам губернатора, далее цитата, «кассовый расход составил почти 26 миллиардов рублей. Это на 8 миллиардов больше, чем в прошлом году, и самый высокий показатель за все годы освоения программы». Михаил Развожаев напомнил, что за 2022 год в Севастополе завершилось строительство 16 социальных объектов. Среди них несколько газопроводов, как в городской, так и сельской местности, школы и детский сад в районе Казачьей бухты, реконструкция стадиона «Горняк», здание кадетского корпуса Следственного комитета и другое. Еще 10 объектов находятся на высокой стадии готовности. Их планируют в первом квартале 2023-го. Кроме того, на встрече обсудили вопросы, касающиеся некоторых проблемных для региона строек – канализационных очистных сооружений «Южные», больницы скорой медицинской помощи и прочих. Благодарен Марату Шахерзяновичу за внимание к Севастополю и личный контроль важных для города проектов, подытожил публикацию губернатор.